Третий день нового учебного года. На канале ЛТВ третий выпуск программы для тех, у кого есть дети и кто работает с детьми. Они, независимо от того, успели за лето соскучиться по школе или нет, все уже уселись за парты. А сотрудники ГИБДД вышли из своих машин, уделяя особое внимание в эти дни юным участникам дорожного движения, которые за время каникул немного расслабились и где-то подзабыли правила дорожного движения. А между тем, в мире на дорогах каждые 10 минут гибнет ребенок. По статистике, ежегодно на дорогах нашей страны гибнет целый класс. В каждом 10-м ДТП травмируются дети. Россия входит в число лидирующих стран по количеству детей, гибнущих на дорогах. Почему, несмотря на то, что правила дорожного движения изучают, начиная с детского сада, статистика столь неутешительна? На эти и другие вопросы по теме «Внимание, дети на дороге» ответит заместитель начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу Лабытнанги Дмитрий Михайлович Приходько. Дмитрий Михайлович Приходько окончил Омскую юридическую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации. После окончания академии работал участковым инспектором, затем оперуполномоченным уголовного розыска Павлодарского районного отдела внутренних дел Омской области. В 2003 году переведен на службу в город Лабытнанги. В настоящее время проходит службу в должности заместителя начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по городу Лабытнанги, майор полиции. С началом нового учебного года всех учителей поздравляют. Именно поздравляют. Скажите, а вот в отношении сотрудников ГИБДД нам нужно вас поздравлять или посочувствовать, поскольку наступает такая жаркая, горячая пора в связи с возвращением детишек из отпусков? Ну, скорее всего, посочувствовать. Посочувствовать. Да, начинается, как говорится, плотный график работы. Весь личный состав задействован на 100%. Дежурят возле школ, на перекрестках, на пешеходных переходах. Ну, как говорится, не считается личным временем, постоянно все находятся на работе. На 1 сентября не каждый из отцов там, и матерей, кто у нас работает, не получается даже сходить. Ну, тогда сочувствуем. Но, тем не менее, все равно всех нас поздравляют. Хорошее же дело делаем. Конечно. Вот, кстати, действительно, с началом нового учебного года на улицах не только огромное количество белых бантиков и портфелей, а также сотрудников ГИБДД, как вы говорите, в полном составе. Они все выходят на, так скажем, патрулирование. Да? Скажите, а вот исходя из опыта работы, проведения таких профилактических мероприятий в канун и непосредственно в день начала нового учебного года и потом последующие дни, можно сказать, что действительно, да, ребята за время летних каникул немножко подрасслабились, и уже на дороге, когда возвращаются из отпуска, еще не так, так скажем, внимательно себя ведут, как участники дорожного движения? Ну, скорее всего, так, да. За каникулы расслабились, отдыхали за пределами города, позабыли, чему их учили в школе. Наши инспектора, которые приходили, правила им дорожного движения читали, лекции, позабыли, да, в школу идут, как говорится, кто как хочет. По статистике аварий с участием детей самый опасный возраст – это возраст от 11 до 13. И чаще всего, опять-таки, согласно общероссийской статистике, трагедии с детьми на дороге происходят по пятницам и выходные дни. Вы учитываете вот этот срез, вот этот мониторинг при планировании профилактических мероприятий? Да. В обязательном порядке у нас проводится мониторинг всех этих ситуаций, анализ произошедших ДТП. И в эти дни, когда они происходят, все выставляются дополнительные наряды, проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Также задействуется весь личный состав. Работаем, и, как говорится, ну, вот время, например, ДТП с 16 до 19, да, происходит. Мы стараемся, чаще всего, да? Да, чаще всего. Мы стараемся в это время сделать график несения службы дополнительных нарядов, чтобы они находились на линии и в тех местах, где очаги аварийности у нас происходят. Вот в таком плане. Если на дорогах много сотрудников ГИБДД, значит пятница. Значит, пятница, суббота и немножко воскресенье. Немножко воскресенье. А вообще, какова статистика, Дмитрий Михайлович, вот дорожно-транспортных происшествий с участием детей? Окружная, ну и наша, конечно, городская, тенденция к спаду, к повышению? Ну, вообще, конечно, тенденция к повышению. За 8 месяцев в округе у нас произошло 7244 ДТП, погибло 45 человек.
из них 2 ребенка. Травмировано 525 человек, из них 48 детей, это по округу. У нас в этом году произошло 5 ДТП, травмировано 5 детей. В прошлом году 3 ДТП, 5 детей травмировано. Но это у нас в Лабытнангах, да. Ну, такая статистика, конечно, неутешительная. Конечно, хотелось, чтобы этих ДТП вообще не было. Чтобы мы на них не выезжали. Тенденция как бы к увеличению. Да. Пусть небольшая там цифра, на 2 ДТП больше. И пострадавших, в принципе, так же, как и в том году. Ну, этой статистики вообще не должно быть. Должны быть нули. Одно происшествие, два происшествия. Это уже повод задуматься о мерах профилактических каких-то действий. Да? И, наверное, о методах изучения правил дорожного движения. Вот мы сейчас об этом поговорим. Но сразу же, после того, как посмотрим сюжет, вспомнив майскую аварию с участием ребенка. Внимание на экран. К месту дорожного происшествия моментально стали стягиваться любопытные прохожие. Каждый из них стремился снять на камеру мобильного телефона последствия аварии, случившейся в конце рабочего дня. Избежать трагедии помогло чудо и мгновенная реакция сидевшей за рулем девушки. Несмотря на небольшой стаж вождения, 3 месяца, она сумела сориентироваться на дороге. Увидев перед своей машиной ребенка на велосипеде, тут же вывернула руль вправо и направила автомобиль в сточную канаву. Я, знаете, сразу выскочила и побежала к ребенку. У меня мыслей никаких не было. У меня одни мысли были ребенок. Все остальное меня не волновало. А она, бедная, испугалась, говорит, велосипед. Брата велосипед. В этом происшествии скорая техническая помощь понадобилась сразу 2 участникам ДТП – автомобилю «Шевроле» и велосипеду. Девочка и водитель отделались испугом, но все же рисковать со здоровьем ребенка не стали и доставили его в приемный покой городской больницы. Там юную велосипедистку осмотрел детский хирург, а по совместительству и мама пострадавшей. Она говорит, мама, я торможу, оно не тормозится. И они, чтобы те столкновения, вырубили сюда. В этой дорожной истории виновны обе участницы происшествия, говорят полицейские. Увидев ребенка на проезжей части, водитель автомобиля должен был сбавить скорость до полной остановки машины. А девочка же в свои 10 неполных лет, в принципе, не должна была выезжать на велосипеде за пределы своего двора. Детям разрешено ездить по дорогам, включая тротуары, только с 14-летнего возраста. До 14-летнего возраста дети должны двигаться на закрытых участках дороги, это во дворах либо на площадках. Если для пешехода нужно перейти через дорогу, он должен превратиться в пешехода, то есть по пешеходному переходу обязан катить велосипед, а не ехать на нем. С наступлением тепла лабытнанская детвора пересела на велосипеды. Катаясь, ребята даже не задумываются, что пренебрежение элементарными правилами дорожного движения могут стоить им не только сломанного велосипеда, но и жизни. Дмитрий Михайлович, так в чем же дело? ГИБДД работает, учителя работают, да, но тем не менее, как видим, и у нас на дорогах лабытнанских ребята не ориентируются, аварии происходят, ну, в частности, посмотрели, да, с участием юного велосипедиста, точнее, велосипедистки. И вообще в России, Россия, в принципе, входит в число стран-лидеров по количеству детей, гибнущих на дороге. В чем же дело? Почему так происходит? Методы профилактики нужно как-то пересматривать, усовершенствовать? Или вот изучение правил дорожного движения в школах на низком уровне? Ну, тут причин много. Основные причины вот произошедших ДТП – это переход проезжей части в неустановленных местах, не по пешеходным переходам детьми. Потом неподчинением сигналов регулирования, нахождение на дороге детей малолетних, дошкольного возраста, младшего школьного возраста, без родителей. Потом игра вблизи проезжей части и движение детей вдоль проезжей части. Ну, а причины тут, вот, то есть переходят дорогу, да, дети, они многого не понимают. А почему, почему? Вот я и задаю вопрос, почему они не там переходят, почему перебегают, не положено место? Ну, у них осознание всего немножко другое, чем у взрослых. Вот они думают, что если они вот подбежали к дороге, вроде никого нет, машин нет, начинают перебегать, а машина-то может появиться неожиданно. Взрослый это осознает. Взрослый остановился, посмотрел, подождал и пошел. Ребенок не делает себе отчета в этом. Он как бежал, нет никого и побежал. А машина-то неожиданно может появиться. Он вот этих последствий не предусматривает, что машина может неожиданно уехать, что водитель может быть в нетрезвом состоянии, да? Что водитель может тоже отвлечься куда-то, посмотреть в другую сторону. А ребенок маленький,
его не видно. Он может выбежать из-за стоящего автомобиля. Но вы же, когда приходите в школу, сотрудники ГИБДД соответственно, приходят в сады это и школу, все... об этом рассказываете, конечно, показываете? Конечно, конечно. У нас в обязательном порядке эти все примеры приводятся, обязательно все рассказывают, все доводится, все ситуации, как бы, как говорится, все доводится. Не просто так, что открыли правила дорожного движения, прочитали и ушли. Соответственно, у нас и вот, буквально вот у нас на прошлой неделе проходил в рамках «Шлем всему голова» конкурс российский, проходил конкурс по мотоспорту у нас в Лабытнангах. Участвовали дети от 16 ну, и до 19 лет уже. Главный приз участия. Даже не дети, а уже. Ну, 16 лет еще дети. Молодые люди, да. Ну, хотя, да. И молодые люди. Это главный приз – это получение водительского удостоверения. Но его нужно, чтобы его получить, это нужно сдать правила без одной ошибки и проехать, и вождение сдать на мотоцикле. Основной приз – это водительское удостоверение. Но это же приятно получить 16 лет водительское удостоверение. А нужно ли 16 лет? Ну почему? Если ты хорошо знаешь правила и умеешь ездить на мотоцикле, почему бы и не получить? А мне все-таки хотелось бы понять, почему, не знаю, на низком или... Нет, так скажем, не на низком, а может быть, не на должном уровне изучения правил дорожного движения в школах. Вот путем проб и ошибок выяснилось, что инспекторы ГИБДД не умеют преподавать. Угу. А учителя, педагоги, ну и начальной школы, и среднего звена, да многие взрослые, в общем-то, толком не знают правил дорожного движения. Быть может, изначально стоит автоинспекторам сначала обучать правилам дорожного движения учителей, а потом уже те, в свою очередь, будут знания передавать деткам полученные. Я думаю, здесь совсем не так. Не так. Но у нас инспектора, они не педагоги. И не учились преподавать. Угу. И, так вот поэтому да. И... Я думаю, здесь основная причина – это родители. Должно все исходить от родителей и в семье, как происходит отношение к правилам дорожного движения, к инспекторам госавтоинспекции, как родители относятся, как они себя ведут на дороге, едут в машине, соблюдают, отец соблюдает правила, пешком идут, переходят проезжую часть. Родители должны показывать пример. Родители должны показывать отношение к правилам дорожного движения, к госавтоинспекции, ко всему. А мы только контролируем. Достаточно ли количество часов в школе отводится на изучение правил дорожного движения? Насколько я знаю, сейчас же отдельно правила дорожного движения предмета нету. Это ну, в рамках ОБЖ. Да, в рамках ОБЖ. Я думаю, конечно, недостаточно. Ну и вообще, вот я вот склоняюсь к какому мнению. Вот есть автор учебника «Безопасность на дорогах» Михаил Денисов. Он вообще преподает и в этом учебнике описывает, как, что дети должны познавать вот правила дорожного движения в рамках конкурса, рисунков, в рамках игры. То есть это должно заинтересовать детей, чтобы они не просто сидели и слушали эту монотонную речь преподавателя о правилах дорожного движения. Их нужно заинтересовать, чтобы им было интересно участвовать. Если это конкурс, то на велосипедах они ездят, где-то какие-то призы получают и познают это в движениях и в игре. Рисуют там плакаты какие-то предупреждающего характера для водителей. Где-то их вывешивают вдоль дорог. Вот у нас... Тоже конкурс проходил дети с Марией Сергеевной Харенко, которая у нас этим занимается. Они вдоль дороги стали с плакатами, призывающие к водителям соблюдение правил дорожного движения. Вот в таком плане. Дети же сами же их рисуют, разворачивают, показывают. И они, естественно, у них это все остается в подсознании соблюдение этих правил дорожного движения. Человеческая жизнь не игрушка. Остановись. Пропусти пешехода. Если мы вернемся к мотоциклам и скутерам, да, о которых вот чуть выше говорили. Но вообще, мне кажется, это относительно новое, распространенное такое явление на наших лабытнанских дорогах. Огромное количество скутеров появилось в последнее время. По этой части мне хотелось бы обратиться к сайту лабытнанского телевидения. В Салехарде недавно погиб подросток, который управлял скутером. И там уже не первая авария со скутером или мотоциклистом. В Лабытнангах тоже стало много скутеров с подростками за рулем. Как контролируется эта ситуация в нашем городе? Вернемся к тому же, что я уже говорил, что операция «Шлем всему голова» проходит. Это всероссийская. В рамках него мы провели этот конкурс. Это
призывают всех вот жителей города к тому, чтобы, опять же, родители, да, вот, которые покупают скутеры своим детям, опять же, это от них все исходит. Mm-hmm. Вот прежде чем купить вот этот скутер ребенку, нужно убедиться в том, что он будет ездить и соблюдать правила дорожного движения. Mm-hmm. Элементарно будет надевать шлем и будет ездить по дорогам нашего города, соблюдая правила. А не так, что вот они сели вдвоем с другом без шлемов и полетели на красный, на все цвета светофора, какие есть. У нас они едут, никуда не смотрят, не останавливаются на требования инспектора, что у нас зачастую в городе происходит. Родители об этом не знают, они не останавливаются, они убегают по подворотням, везде по дворам. Это вот в нашем городе повсеместно происходит. Но все-таки как контролируется ситуация со скутерами? Давайте мы ответим, прошу прощения, Дмитрий Михайлович, сразу после того, как посмотрим сюжет. В общем-то, увы, к сожалению, есть и дорожно-транспортные происшествия. У нас в городе были дорожно-транспортные происшествия с участием скутеристов, так скажем. Смотрим. Как установили сотрудники госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, причиной столкновения послужило несоблюдение дистанции. Это подтверждает и водитель автомобиля Hyundai Абдулла Ахмедов. Передо мной была УАЗ, которая поворачивала налево и пропускала встречные движения. И, в общем, секунд 10 простоял, и сзади удар произошел. Вышел, и вот девочка выпала с мопедой. После столкновения водитель легковушки вызвал сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Прибывшие к месту ДТП медики доставили водителя скутера в приемный покой городской больницы с подозрением на перелом ноги. Но после обследования никаких серьезных повреждений выявлено не было. Девушке было назначено амбулаторное лечение. Водителю скутера удалось избежать серьезных травм благодаря мотошлему. Как рассказала мать девушки, которая прибыла на место происшествия, она сама приобрела своей дочери двухколесный транспорт, но представить не могла, что может произойти несчастный случай. Но если бы я не доверяла бы, моя дочь бы не каталась. Правильно. Но все-таки есть какой-то риск вот травматизма, да, вождения? Теперь я понимаю, что это есть. Впредь не будете разрешать? Нет. Все. С каждым днем на городских дорогах все чаще можно встретить подростков на велосипедах, скутерах или мопедах. При этом большая часть из них ни разу не читала правила дорожного движения. И, пожалуй, никто из них не задумывается, к чему может это привести. Самый, наверное, травмоопасный вид транспорта – это мотоциклы и скутеры. И учитывая, что дети к 16 годам еще навряд ли знают правила дорожного движения, а водительское удостоверение на управление данным видом транспорта не обязательно, не нужно. Дети не знают правил дорожного движения, родители покупают, не задумываясь о последствиях, а потом кусают себе локти, плачут. Это очень опасно. Может быть, после сегодняшнего сюжета родители еще раз посмотрят, еще раз задумаются, что никто от этого не застрахован, что беда, она может прийти в любой момент. Ситуация ясная. 16-летняя девушка управляла скутером, не справилась с управлением. Со скольки лет вообще можно управлять скутером? Да? Необходимы ли здесь права для управления скутером? Такой небольшой ликбез давайте проведем по правилам вождения, управления таким транспортным средством, как скутер. Водительское удостоверение предусмотрено для управления мотоциклом 16 лет. Угу. 16 лет, но в обязательном порядке это должен у водителя присутствовать шлем при управлении. Пассажир должен быть в шлеме. Прошу прощения, скутер есть мотоцикл или мотоцикл? Нет, не это есть скутер? Немножко другие, две разные вещи. Там они делятся по... Ну, это как малокубовый транспорт является скутер, и на него водительское удостоверение не требуется. В настоящее время рассматривается этот законопроект. Когда он вступит в силу, я не готов сказать. То есть мы сами ждем этого, чтобы ввели в обязательном порядке и для скутера водительское удостоверение. Тогда... Если 13-летний, 14-летний, 15-летний подросток, а может и 10-летний подросток управляет скутером, вы не имеете права забрать. Да, мы в данной ситуации платят родители штраф за них. Мы должны привлечь родителей к административной ответственности. Угу. Если ребенок, управляющий если скутером, несовершеннолетний нарушил ребенок, правила, да, нарушил правила дорожного движения. Ну, а в остальном, ну, забрать мопед мы не имеем права, мы, как говорится, задерживаем ребенка, который нарушил правила дорожного движения, доставляем его домой к родителям, там составляем административный протокол и передаем его родителям. Опять же, все возвращается к родителям. Угу. Опять же, то есть все исходит от родителей.
как не смотри на все эти моменты, все равно все к родителям возвращается. Совершенно верно. Давайте все-таки еще раз резюмируем. Значит, управлять мотоциклом можно с 16 лет, да. Имея права. Имея водительское удостоверение категории А. А скутером? А скутером не надо водительского удостоверения. И без ограничений. Вот и до, да? Да. Можно управлять. Ну вот вы говорите совершенно верно, я с вами согласна, что все возвращается к родителям. В общем-то, от них, наверное, исходит. А мы обращаемся сейчас к детям. Слушаем вопросы от детей, на них отвечаем. Хорошо? Угу. Разрешите наш спор. Желтый сигнал светофора разрешающий или запрещающий знак? Желтый сигнал – это запрещающий свет светофора, на который движение транспортных средств запрещено. Нам говорят, что нельзя ездить на дорогу. Где же нам кататься? У нас в городе мест достаточно. Вот, пожалуйста, площадь возле ДК, возле вот, памятника там нормальная, площадь хорошая, где транспортных средств нет, и, в принципе, никому велосипедисты не мешают. Угу. Возле ДК прекрасная площадь, пожалуйста, катайтесь. И там дети все ездят и на роликах, и на скейтах, и на велосипедах, на всем. Угу. Ну, самостоятельно ребенок может управлять велосипедом, разъезжая по дорогам, тоже со скольки лет? С 14 лет. Хотели бы вы прокатиться на болиде любого участника Формулы-1? Я? Хотел бы попробовать. Скорость развить. Ну да, максимальная, как говорится. У нас ее тут не разовьешь, дороги не позволяют. Ну, там можно было попробовать. А на трассе Формулы-1 можно было бы отыграться? Да. Зачем женщинам выдают права на автомобили? Ну как зачем? Если она отучилась, прошла курс подготовки водителя, вождения, изучила полностью правила дорожного движения, владеет этими знаниями, сдала их у нас в ГАИ, практически теоретический экзамен, как мы не можем не выдать человеку водительское удостоверение. Угу. Такой же человек, как и мужчина, также хочет управлять транспортным средством. Да я с вами полностью согласна, что женщина такой же человек, как и мужчина в этой части. Ну и еще вопрос последний от детей. А у тех, кто работает с ГИБДД, в правах все категории открыты? Не у всех. Ну, как говорится, кто какие категории, на какие категории учился, тот такие имеет. Ну вот в сознании детей почему-то закрепилось. Они думают, что вот если работает госавтоинспекция, должны быть все категории. Нет, не у всех есть. Я АБЦ, у кого есть, я АБЦДЕ. Ну, у всех по-разному. И БЦ у кого есть, у кого просто Б. Ну, у всех по-разному. Угу. По этой части можно сказать, что сотрудники ГИБДД это такие же люди, конечно, как и другие, конечно, представители. Так же учимся, так же сдаем экзамен. У нас еженедельная подготовка по правилам дорожного движения. Мы также сдаем, садимся за в классе, в компьютерном классе, где у нас экзаменационные билеты, также сдаем, также проходим подготовку, также у нас зачеты по этим всем моментам, по правилам дорожного движения. Все так же самое. Просто мы стараемся это еженедельно, ежемесячно, мы стараемся это все повторять, проходить. Каждый же все забывает. Угу. Нужно обновлять все знания. Угу. Дмитрий Михайлович, ну мне бы, так скажем, блиц-опрос от детей хотелось бы завершить еще одним вопросом сайта Лабытнанского телевидения. Мне вот интересно, когда я катаюсь с друзьями на велосипеде, то иногда нам навстречу попадаются и машины ГИБДД. Я заметил пару раз, что водители там не были пристегнуты ремнем. Почему? Почему я не могу сказать, но могу посоветовать, что если такие вопросы задают. Задают такие вопросы. Да, соответственно, увидели, да, такой факт. Записать номер транспортного средства, запомнить желательно время, дату, когда это произошло. Ну и сообщить это мне, как замначальнику госавтоинспекции, начальнику, либо командиру взвода. Все это, об этом, обо всем сообщить, соответственно, отберут объяснение от того человека, кто это сообщил. Ну и будем разбираться в данном случае. Будем разбираться с теми инспекторами, которые допустили это нарушение. Решение будет принято уже по окончанию проверки, как говорится. Ой, да. Знаете, пользуясь случаем, хотелось бы тоже задать вопрос от себя лично. Однажды мы с подругой стояли возле дома, во дворе. В общем-то, ну, не поздний вечер был, вечерок. Рядом с нами были наши девочки, дочки. И внезапно во двор влетел автомобиль, «Жигули», по-моему. На капоте был молодой человек. Они гоняли, в общем-то, ну, мне кажется, достаточно на высокой скорости внутри дворов. Мы, в общем-то, так скажем, опешили, не сообразили вовремя вытащить, конечно, камеру мобильного телефона, включить. Но вопрос в связи с этим. Внутри дворов патрулируют сотрудники ГИБДД? Как-то проводят рейды?
рейды, дежурства организуют, поскольку вот на дорогах часто действительно можно увидеть сотрудников ГИБДД, а внутри дворов нет, я ни разу не видела. Ну, я скажу, что не всегда патрулируется во дворах. У нас в основном все маршруты патрулирования приближены к очагам аварийности и местам, где может что-то произойти на дороге, так скажем, простым языком. Там пешеходные переходы, перекрестки опасные, школы, детские сады. Мы в основном приближаем наряды туда. В связи с тем, что народу, ну, инспекторов, как говорится, не хватает. Всего два наряда заступает. Один на трассе, один в городе. Поэтому мы максимально их приближаем к очагам вот этой аварийности. А в данной ситуации вам просто нужно было записать номер, как я вам говорил. Растерялись. Ну, понятно. Растерялись. Но на будущее. Просто не ожидали, да. На будущее. Ну, я тогда с обращением к вам выйду. Дмитрий Михайлович, организуйте, пожалуйста, ну, хотя бы периодически патрулирование, дежурство внутри дворов. Угу. Ну, потому как уносятся лихие водители, молодые. Учтем обязательно этот момент. Спасибо большое. Учтем. Спасибо. Дмитрий Михайлович, кто в большей степени виноват и чаще виноват в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей? Все-таки сами детки или водители? Ну, вот, исходя из нашей ситуации в нашем городе, то в основном детки. В основном детки. Происходит так, что вот и по скутеру, который мы сюжет смотрели, эта девочка, она не учла движение, расстояние до впереди движущего транспортного средства, скорость. По ее вине произошло ДТП. И по пешеходному переходу тут тоже, видите, какая ситуация произошла. Как бы в данный момент тенденция все-таки в сторону детей. Угу. Дети виноваты в большей степени. Угу. А тогда что нужно здесь предпринять, дабы как-то исправить ситуацию, подкорректировать? Ну что, нужно знание правил дорожного движения у них повышать все-таки. Осознание их как-то, вот, чтобы они как-то стремились к этому, соблюдать. Хорошо, давайте их как-то подытожим, резюмируем, да, наш разговор. В связи с тем, что наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, детки по-прежнему по большей части сами виновны, да, в этих происшествиях. Кому обратимся? К родителям, к педагогам школ или к себе? К родителям. К родителям, я пожалуйста. Думаю, только к родителям. Обращаемся. Ну что я могу сказать? Уважаемые родители, жители города Лабытнанги, госавтоинспекция просит вас уделить большое внимание своим детям. Как они идут в школу, как возвращаются со школы, где они переходят улицы. Это же наши дети, нужно переживать о них. Ну, у меня также мои дети постоянно ходят. Я контролирую, стараюсь, чтобы они шли дорогу, переходили улицу в тех местах, где положено, соблюдали правила дорожного движения. Все зависит от нас. Как мы будем с них спрашивать, так они будут относиться к правилам дорожного движения. Спасибо большое. Можно, наверное, считать это пожеланием? Или это будет... и пожелание, да. Вот хотелось бы, конечно, поздравить всех детей и их родителей с наступившим учебным годом, пожелать всем успехов, здоровья, хороших отметок в школе, ну и отличных знаний правил дорожного движения. Не буду опять возвращаться, все это и рассказывать, как нужно учить их, как к ним относиться. Хотелось бы, главное, чтобы их соблюдали и родители контролировали соблюдение правил дорожного движения их детьми. Поздравляю всех еще раз с праздником. Чтобы все знали правила дорожного движения только на 5. На отлично, да? На отлично. Как госавтоинспекция города Лабытнанги. Здорово, успехов вам в работе. Спасибо большое. Спасибо. Понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. И уже по традиции обобщим сказанное на нашем импровизированном уроке, отметив важные, по нашему мнению, моменты беседы. Тезисно. Если на дорогах много сотрудников ГИБДД, значит пятница. Значит, пятница, суббота и немножко воскресенье. Хотелось бы видеть всех здоровыми и красивыми.
Должно все исходить от родителей и в семье, как происходит отношение к правилам дорожного движения, к инспекторам госавтоинспекции, как родители относятся, как они себя ведут на дороге, едут в машине, соблюдают, отец соблюдает правила, пешком идут, переходят проезжую часть. Родители должны показывать пример. Родители должны показывать отношение к правилам дорожного движения, к госавтоинспекции, ко всему. А мы только контролируем. Берегите своих детей и личным примером показывайте уважительное отношение к правилам дорожного движения. Кто приглашен за парту завтра? Завтра и узнаем. Встретимся 5 сентября на этом же месте в 13:20. До встречи!